Ты реально все это съешь? Изи. Ну и как тебе Дэдпул? Ну, такой сочный, на самом деле. Слушай, подожди секундочку. Ты же только что кушала. Ну, я проголодалась. Ренат, может, пойдем лучше поплаваем? Я вообще-то ем еще. Сколько можно жрать? Ты вообще когда-нибудь сидишь на диете? Нет, я ведьма. В смысле? Я ем и не толстею. Как вкусно. Может, попробуешь? Нет, Рахим, я на диете. Сочек, вот такой маленький-маленький ради меня. Ну ладно. Ну что, как ты? Йоу, Пьер, you wanna come out here? Слушай, у меня тут такой вопрос щепетильный. А ты умеешь целоваться? Не мне надо, друг попросил. А, кайф. А на чем ты учился целоваться? На помидорах? Все, понятно. Все потом объясню, бро, давай. Привет. Хорошо выглядишь сегодня. У тебя новая прическа? Да, я сразу заметил. Как у Моники Белуччи, как в том фильме. Ты понимаешь, о чем я? А ты помнишь про последнюю сцену, где они поцеловались? Извини, что опоздала. Да, мам. Да, вот сижу, играю. Лиза что делает? Не знаю. Маш, быстро. Лиза. Да не, она просто к экзаменам готовится, мам. Да. Давай, ждем. Отстань, Лиз! На, все, мама не услышит. Может, куда-нибудь сходим? Куда? Я просто знаю одно место, где играет крутая музыка. Там бассейн, и можно поплавать. Ну и, конечно же, винишко. Рахим, мне это все не важно, я просто хочу побыть с тобой. Ну, пойдем тогда. Заходи. Ой, ты купальник-то взяла? Нет. Ну хорошо, а то что сегодня грязно тут. Тут осторожнее будь. Ой, это, сори. Вот ты, винишка. Рахим, что это за место? Куда ты меня привел? Где музыка, танцы? Нахер мне это винишка? Это все не важно, я просто хочу побыть с тобой. Просто хочу побыть с тобой. Так, давай сразу к проблеме и разойдемся. Ты меня не ценишь. Я сколько всего делаю. Убираю, гуляю с собакой, работаю. Все время что-то делаю, а ты даже не замечаешь этого. Блин, как же мне это надоело. Мы все время сидим дома, ничего не делаем. Если я хочу куда-то пойти, ты не идешь. Если ты хочешь куда-то пойти, то, конечно же, мы в первую очередь идем с тобой. Я попросила тебя встретить мою маму из аэропорта. А ты что сделал? Ты даже попу свою не поднял. Один раз попросила помыть посуду. Я постоянно нервничаю, забочусь о тебе. И все, ничего не происходит. Все, я больше так не могу. Мы остаемся. Спасибо большое. Что делаешь? Лиза, что с собой? В туалет сходила? Я тебе ожерелье привез. Закрой глаза. Я тебе подарю. Зачем тебе камера? Ну, чтобы показать людям потом. Снимаешь? Все, открывай. Ну все, Рахим. Ну, держи взрослый. На этот раз я купил таракана. Лиз, передай моим подписчикам привет. Всем привет, ребята, мы сейчас на съемках.
Ну вот и пришли. Может, ко мне на чашечку чая? Ну, даже не знаю. Пойдем. Развивайся, пойдем. А, ну, может, чаю? Не хочу. Тогда потанцуем. Давай. Закрой глаза. Шаурма? Знаешь, как один мужчина, мамажан? Тебе взяла? Обижаешь, дорогой. Кайфуй, братан, не волнуйся ты, не бойся высоты, будет хорошо. Всегда рядом, если мы будем, тогда увидим, будет хорошо. Ну, наконец-то. Как дела? Нормально. Ну что, рассказывай. Ну, ничего не замечаешь? Что, не замечаю? Изменения во внешности. Постриглась? Нет. А, ты сделала маникюр? Нет, Рахим. Сережки новые? Нет, Рахим. Джинсы новые? Нет. А, я вспомнил, у тебя кроссовки новые? Нет. Макияж сменила? Нет. Рахим, ну просто посмотри мои старые фотографии. Ха. Ну? Ты ничего не замечаешь? Не знаю я. Рахим, я похудела! Ну так ты и сразу сказал бы, что ты весь день мне голову морочишь. Я люблю тебя, братик. Ты что, голову ударила, что ли? Я влюбилась. Что? Я влюбилась. Лиза, ну Лиза, я съел твою шоколадку. Вон он идет! Тихо. Дай мне его номер. Да нет, достал, Рахим. Я маме скажу. 5-8 записал. Уже звоню. Ты вечно все портишь. Тихо, все. Слышь ты? Привет. А ты кто такой вообще? А, ты, наверное, Лизкин брат, да? Да, я брат Лизы. Приятно познакомиться. Давай. Когда вы встречаетесь? Рахим, короче, если ты против, я не буду с ним встречаться. Ты 100% сегодня увидишься с ним. Так как ты одна с ним не сможешь пойти гулять, потому что вы еще мелкие, ты возьмешь меня с собой и скажи ему, чтобы она взяла с собой сестру. Как я тебя люблю, сестру! Пойми меня правильно, нам нужно расстаться. Почему? Ну потому что я хочу себе опрятную и худую девушку. Чтобы, в принципе, она мало кушала. Ты вообще охренел? Да, перебарщиваю. Я хочу себе умную девушку. Я решила не покупать это платье и лучше пойти на курсы испанского. Ты такая умная. И хочу, чтобы она умела готовить. Чуть-чуть не досолила. Да вот так вот я тебя представлял. Как хорошо, что мы встречаемся. Мы встречаемся? Ну да. Нет. Где эта тварь? Что? О! Она! Это не то, что ты думаешь. А что? Это просто игрушка, забава. Я для тебя тоже игрушка? Нет, это совсем разное. Стой, Алиса. Ну, Алис, не обижайся. Ты что, забыл, что мой папа военный? И что у меня есть холодное оружие? Выбирай, я или твоя игрушка. Походу нам придется искать новый дом, моя представь!